Три прексоголи, главы 114-115. С Хеликом я уже говорил, что не перенести, нету просто тайтлов больше. Некуда переносить. Только если на другой день, но уже тяжеловато будет. Я могу последним ставить только. Ей. Ну и где конец? Вы. Что? Глаза странные. Протест. Протест. Это было странно, ну ладно. Протест. Да, именно это она и сказала. Когда ты это говоришь, мне становится хуже. Тогда Макона протестует. Чуть правее. Женщина из сна была как две капли воды похожа на недавнюю покупательницу. Разве, по-моему, не особо? Но эту форму она приняла, чтобы мне легче было понять. Или ее лицо не считается. А, вот, окей. Но вот глаза у нее были другие. А, это кошачьи. По-моему, это были какие-то змеиные. Ну, кошачьи тоже, окей. Кошачьи. Шамисен сделан из шкуры кошки. Когда этот... Да. Значит, если во сне этот Шамисен сказал тебе протестовать... Протест здесь это... Это точно здесь? Да. Во время уборки в прошлом месяце, я уверен, здесь... Кладовщик, кладовщик, хоть ты тут и поселился, мы войти пока не можем, кладовщик. И это тоже можно выбросить, ага. Эй. Хватит тут все вверх дном переворачивать, мы же складываем. Но Макона помогает. Вот он и гетеран. Если будешь мешать, сегодня больше одной чашки сока не получишь. В смысле, одну все равно получит. Ватануги справедлив. Иди-ка лучше во двор и помоги Мару и Мора. Они играют с веерами. Положись на меня. Хоть, наверное, он и у них под ногами путаться начнет. Нашел. Да, это оно. Я не помню, как это называется, но этой штукой играют. Да. Протест — это удар. Плектр бьет. А, вот это, видимо, плектр называется. Бьет по Шамисену. А вот и наш плектр. Он здесь всегда лежал? Да, еще до того, как я стал хозяином магазина. Поэтому я не знаю его историю. Но есть причина, почему он здесь. Да, в этом мире не бывает совпадений, есть только неизбежность. Хм. То есть, ну, как понятное дело, ему достался весь этот склад. И он даже вот уверен, что некоторые вещи точно там будут. Даже если этого не знает. Хотелся, блин. Плектр, говорите? Да. Могу я к нему прикоснуться? Прошу. Этот плектр черный, с эмблемой летящей бабочки. Именно так. И впрямь он был в этом магазине. Необычно белый оставили. Так этот плектр использовался на этом Шамисене? Да, много-много лет назад. Эта малютка казалась искренне счастливой и рождала такие прекрасные звуки. Но этот плектр был не моим. Не был моим. А чьим? Он принадлежал музыканту с точно таким же Шамисеном.
Он был очень, да, очень красив. У него были чуткие пальцы. Этот человек. Нам с ним не суждено более встретиться. Вот как. Плектор, что случилось? Как долго он здесь хранился? Мне очень жаль, но я не знаю. Он достался мне от прежнего владельца. Ролик про Исикай. Спасибо за хорс, мама, за донат сердечком. О, нет, это не бу... Неужели то, что я думаю? Ладно. Да хрен с ним с Исикаем. Меня скорее пугает производитель. Но опять же, когда там будет время, явно не на следующей неделе, потому что нам и так там субботу догонять. X2 нужно делать каждый тайтл. Тогда вы извините меня, извинить вас. Что-то плохо со звуком или что? Или наоборот? I don't understand. Типа дух этой штуковины с духом Шамисена. Ну окей. Как я и думала, мы расстались. Прошу прощения. Нет, я ведь сказал, что все в порядке. Эта малютка знала, что если этот плектр еще раз коснется ее струн, он умрет. Поэтому она не издавала ни звука. Да, но перед самой кончиной встретить любимого... Но... Женщина хочет стать для возлюбленного единственной. А, она типа его прикончила. Большое вам спасибо. Желание этой малютки исполнено. Я ведь просто тщательно обыскал сокровищницу этого магазина. Когда я говорил о Шамисене... Да, когда я сказал, что на него ушла шкура с живота кошки, вы сказали, что эта малютка была хорошей кошкой. Да. Хоть речь идет о музыкальных инструментах, вы все же не похожи на человека, который спокойно воспримет сдирание шкур с собак или кошек, так ведь? Это... Но я играю на шамисене, и вы не хотели, чтобы я заметила это и была задета, верно? Вы меня переоцениваете. Я ведь говорила вам, разве нет? Я слепа и немного легче все понимаю. И намного легче. Раз кошка была рождена кошкой, она никогда не мечтала о том, что станет Шамисен или чем-то другим. Но эта малютка в этой форме вошла в мое положение. Поэтому я собиралась играть на ней перво-наперво, завершив все приготовления. Я необоснованно предполагала, что эта малютка должна быть благодарна. Этот Шамисен выбрал себе возлюбленного, но не кота, а другой Шамисен. Думаю, это и был ответ. Поэтому звук, который рождает этот шамисен, когда вы на нем играете, прекрасен. Спасибо. У вас также есть что-то, к чему вы себя подготовили? Да, я решил. Поэтому ваш голос также прекрасен. А тут уж вы меня явно переоцениваете. А теперь, раз вы исполнили ее желание, я должна отблагодарить вас, потому что такова цена в вашем магазине. Да. Эта малютка вам подойдет? Или одной ее будет недостаточно? Нет, но ведь она вам дорога, не так ли? Разве она не может быть моей платой именно потому, что она мне дорога? Странно, то есть он не назначает цену заранее, а потом спустя время? Или от посетителя зависит? Однако это слишком много.
Тогда вы примите это. Это ведь больше не... Пусть он и сломан, но по-прежнему дорог мне. Кроме того, эта малютка больше не желает звучать в руках других. Стоп, он получил, по сути, обломки того, что у него и так были. Звучит не очень равноценно. Я принимаю оплату. Нечестно пить в одиночестве, потому что вечер на дворе. Все честно, я сам себе накрыл и сам пью. Все равно это нечестно. Смотри-ка сюда. О, добродетельный Ватануки. Чего? Ну, лей до краев. И как ты будешь это пить? Ртом. Сокровищница появилась что-то новое. Да. Плата. Да. Баланс не нарушен. Когда я принял плату, то не обнаружил ничего особенного. Вот так, верно? Плата всегда должна быть достаточной, ни малой, ни большой. Юка часто это повторяла. Я слышал. Но ты постоянно берешь слишком мало и слишком много, и страдаешь, чтобы заполнить разницу между неравными ценами. Ну, реально есть проблема это. Это не то, что мне очень хочется. Сейчас я тщательно изучаю с помощью своих глаз и силы, сбалансирована ли цена, предлагаемая покупателями. И даже зная, что плата слишком мала, ты исполняешь желание. Вовсе нет. Как глава магазина, я думаю о пролетающих годах. Сколько бы лет ни прошло, Ватануки это Ватануки. Что-то изменится, что-то нет. Поэтому все волнуются, что тебя могут ранить. Но все же действительно было нормально в этот раз. Смотри, я не ранен. Ладно, в этот раз все прошло гладко, но ты не можешь ручаться за то, что будет дальше. То же самое ты сказал в тот раз, когда чуть не умер. Чуть-чуть не считается. Потому что я обещал исполнить желание, данное мной Юка-сан. Что я буду ждать в этом магазине, пока мы не встретимся вновь? Поэтому я не умру. Интересно, где сейчас Шоран-кун и остальные? Я видел их во сне, не сказать, что сейчас находятся в стране Пифл. Они там уже раньше бывали. У них нет никаких проблем. Не, кажется, их черному ниндзю сделали новую руку. Окей, мы чуть-чуть забежали вперед, видимо. О, это хорошо. Это голубая серьга. Маукона что с Шаураном и остальными, честно, ее носит. Так как Макона и Макона одинаковы, плата за ее передачу не требуется. К тому же воспоминания заключенного в эту сережку обязательно приведут их к тем людям, которых Шаоран и Сакура хотят увидеть. Ясно. Шаоран тоже волнуется за тебя. Если он заглянет в магазин, то отругает тебя. Может, мне сделать закуски? Особые. Особые. Из позавчерашней скумбрии? Позавчерашней. Три раза нормальный. Три раза вроде этого. Это разве не красное? Что? Ладно, мне не понять. Не говори Домаяки, он сегодня опять придет. Не говори эльфу. Не скажу, это монополия. Саке будет в 6 раз особенней тоже. Ты что, умножаешь? Все здесь. Близкие люди и далекие, поэтому даже если ты одинок, ты не одинок, Ватануки. Так, ну, благо закончили с несчастным Шамисеном. То есть он оставил вещь с собой, типа заснул, пообщался с духом, понял запрос. Надыбал нужную вещицу. Она взяла ее и сломала. Хорошо, что, кстати, обсудили немножко отношения. Что он просто проигнорировал это, а не в плане, что одобрил.
Ну и да, реально обсудили, что есть проблема с ценами. Не совсем понятно, к чему это может привести, эта нестабильность. Почему говорят про то, что он может пострадать, что он там может быть ранен. Но в любом случае, да, что проблема точно есть. Нужно, как говорится, опыта набираться. Кстати, я удивлен, что этой паучихи нет больше. Да, ну и нужно будет, видимо, нагонять уже этот Цубасу. Ну, как нагонять, опять же, она у нас почти закончилась, в отличие от Триплексоголи, который еще будет и будет. Плата неудачи. А, окей. Даже если больше нас собирал, да, все равно. Опять же, к нему как минимум ходят периодически, так что. Все же не совсем, да, одинок. Так, конец записи.